Что, конечек обрезать, чтобы еще хуже попадало? А без обрезания нельзя, что ли? А как ты засунешь туда? Смотри, он плотно в нем сидит. Вон он ходит. Видишь? Сам это металлический. Вот сюда, сюда. Это металлический, а внутри идет уже этот. Нет, вот же металлический, она заходит в пластмассу, если сюда пшикнуть, она может туда потечет. Пшикнуть его открывать надо для этого. Зачем открывать? Потечет туда и все. Только. Будешь кто-то со склада брать? Давай, там оплатится все. В общем, за ночь все это замерзает. Сюда вода попадает, за ночь замерзает. Вот здесь она скапливается. И утром рычаг переключения скоростей не двигается. Сейчас попробуем сюда пшикнуть в лодыжки.